письмо. Вот оно. Железо, здравствуйте. У вас, но верное время нет. Ответить вы или П, или мы. Ну, короче, если бы я 3 дня не молчал, я бы не знал, что я П или мы. Так, теперь существенное, это, так сказать, оскорбление, а это уже развитие. Видео, что выставляете ни одного своего, ни одного своего, ни одного. А я думал, у меня их 3200 или 300 уже. Все где-то и у кого-то да лази, те, в чьих-то огородах и питомниках. Вот. Ну, короче, не выдержал всяко. Я тогда, знаете, что подумал? Он ведь искренне, конечно, хам есть хам, но он искренне это все писал. Он ждал от меня ответа, ждал помощи, а я 3 дня молчу. Я вот сижу и думаю, конечно, неприятно, но я сижу и думаю, нашел вот эту фотографию. Где я ложу по чужим садам? Слева мой сад и справа мой сад. А вот этот забор не снят, когда была прикуплена земля, не снят с 2016-2017 года. Вот так и не снят. Но любой дурак подумает, что я был в чужом саду. Вот. И вот это тоже. Ведь я же не скрываю, это я был в чужом саду. Вот, пожалуйста. Вот. Получается, что ничего у меня своего нет. Ну, подумай, что персики это мои. Вот. Самая старая деревья до сих пор у него живут. Самые старые персики. Вот. Ну, и как мог оправдался. Вот. Ну, понимаете, в каком атмосфере я живу. Это не последний случай, когда меня от любовь переходит в ненависть. Смотрим дальше. Вот это вот я сфотографировал 31-го. Сегодня, да, сегодня. Я просто не могу. Я вот включаю погоду. И что я вижу? Я вижу, что вранье дичайшее продолжает существовать и отнимать у людей деньги. Интерес опускаются руки, каторжная работа, огромное гигантское количество денег тратится на ненужную работу. И самое страшное на эти бесконечные ядохимикаты и прочие эти. Вот посмотрите. Помните, я показывал? Это нарисованная фотография, это с интернета, это железная фотография. Доказывать не надо, с интернета. Вот это моя фотография. А вот эта фотография, это ветка, которая спускается, когда она пошире, рядом штамп дерева, и она вот так спускается. То есть нарисован обман, это с интернета где-то снято неизвестно кем, их порядка 100, и все говорят, это мое. Якобы. В общем, это наша действительность. Что изменилось за 20 лет, когда я начал активно работать? Правильно, стало еще хуже. Вот. Я, получается, так. Вот я обращаюсь к этому товарищу, фамилия начинается с буквы М. Вот, я к нему обращаюсь. Вот так вот. Вот если бы праведный гнев, да. Ну, действительно, у него гибли, он, конечно, ждал, росло там полметра, потом спрятал, погибло. Мои бы, скорее всего, в Омске бы тоже погибли. То есть они бы пожили, а когда раз до 45, эти, все, что над снегом, эти бы персики, вы и погибли. Но их можно каким-то образом управлять. Самое простое, я же показывал, что проще, когда этот же персик вырастет в теплице. Ну, теплица непростая, но какая именно, я уже говорил. Ну, еще раз скажу. Максимум форточек. Теплицы стандартные, они, это душегубки, которые это делали без учета интересов не только садоводов, там персик вырастить, но и даже огородников. Это гнойник настоящий, когда там одна дверь и та держит закрытой. Вот что я хотел сказать. И я вот этому господину М. Направь свой гнев на пользу. Займись ты этими делами. Ты знаешь, сколько ты пользы принесешь? Я устал в одиночку-то бороться-то. Я даже на всю страну, вот я только набрал, это же не моя, не я лично просил, пришлите мне рекламу. Я нажал, как это называется, погоду. Вот получил. Нарисованное. Вот. Вот это ложь. Вот это с интернета. Вот это мое, это мое. Ну и что, человек вырастет.
когда вот это 80-граммовое на фотографии, что у него 80 грамм будет. Еще ни разу не видел завал со Средней Азии фруктов. Ну, сливы вот такие бывают. Но абрикосы, извините, таких и близко нет. А у людей что вырастет, если ты среднеазиатский купишь, если он еще с дуру не замерзнет?